Всем привет, с вами Демьян. Студия Marty Antipodes продолжает делать обзор на инди-игры. Сегодняшняя игра — это Rolling Sky. Переводится как «Роли неба». Правда, это не точный перевод, но ладно. Эту игру разработала команда разработчиков Читах Мобайл. А сейчас приготовьтесь, потому что будет кретинское обсуждение этой игры. Первый критерий кретинского обсуждения игры – это смысл. Смысла у этой игры нет. Обломитесь! Второй критерий – музыка. Музыки с этой игрой нету. Почему? Из этого пропадает вся атмосфера. За что Читах Мобайл? Поправьте, пожалуйста, исправьте этот баг. Третий критерий – сюжет. Сюжета у этой игры тоже нет. Зато игра интересная. Четвертый критерий. Насколько игра тупая? Я бы сказал, она тупая по шкале 10 баллов. Я бы сказал, что она тупая на 7 баллов, потому что нету нормальной атмосферы для этой игры, да и нет сюжета. Жаль. Пятый критерий. Общая оценка игры. Я оцениваю игру так. Если меня смотрели люди, у которых хорошая реакция, то я им ставлю из 10 десяточку. Пожалуйста, поиграйте в эту игру. Вам 100% понравится. А тем, у кого нет нормальной реакции, я поставлю им 6, потому что им будет очень сложно пройти уровень «Зима». Правда, я его сейчас не проходил, но я прошел на 37%. Это сложно. Это очень сложно, потому что там куча блоков, и когда вы в них врезаетесь, вы рассыпаетесь. В прямом смысле. Всем удачи и всем пока. С вами был Демьян.